УЕФА переносит чемпионат Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет французское издание «Л'Экип». Объявлено об этом будет после экстренного заседания УЕФА 17 марта. Чемпионат должен был состояться летом в 12 городах. Также стало известно уже официально, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, переносят на неопределенный срок. До этого матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер-Сити и Реалом, а также Ювентусом и Лионом были отменены. Мадридцы и туринцы находятся на карантине. Такая же ситуация в Арсенале, Челси, Эвертоне и Барселоне. Ранее из-за коронавируса были приостановлены розыгрыши всех 5 ведущих европейских чемпионатов – Италии, Испании, Франции, Германии и Англии. Инфицированными оказались сразу несколько футболистов. Среди них Калум Хадсон-Одой из Челси, Бенджамин Минди из Манчестер-Сити и даже тренер Арсенала Микель Артета. Коронавирус не пощадил и другие виды спорта. Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с австралийского этапа Гран-при из-за заражения COVID-19 одного из членов команды. Впоследствии этап в Мельбурне был отменен, как и последующий за ним Гран-при Бахрейна, Вьетнама и Китая. Единственное крупное спортивное мероприятие, проведение которого пока не отменяется, — Олимпийские игры в Токио. И МОК, и японские власти утверждают, что перенос Олимпиады пока не обсуждается, и пройдет она, как и планировалось, с 24 июля по 9 августа.